Че там, поехали, да? Сейчас там будем уже гонки добивать. Что? Да, да, да. Да, сейчас вообще никого нет. Никто не стримит. Вообще скучно. Так, а чё? Такой, хочу сказать, чего? Чё за хрень? Отлично. Выбирай трассу и начнем гонку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Учи ебанутые. Да, сейчас вообще никто не стримит, в том-то дело. Нет, я так не думаю. Короче, это странно, что вообще сегодня сейчас никто не стримит. Но обычно кто-то и сидит. Блять, полгода же, блять, эти очки засчитываются. Ну что, этот долбоёб, блять, с их хламини ебаный, блять, нашел когда ехать. Что-то все... Ни одного меня он достал этот вчера, кстати. Рестлинга, как он зашел чуваку на стрим. И сказал, заказывайте что угодно, кроме рестлинга, блядь. Там, походу, вообще реально что-то какая-то... У вас что, эпидемия, что ли, рестлинга, что ли, началась? Я же, конечно, все ожидал, блядь, там. Услышно, чтобы... Вот, рестлинг. Блять. Ой, этот пердёж, блять, с Скриликсом я заебал, блять, еще тогда, блять. Так, следующий гонка. Серьезно, чувак? Ну вот, кстати, вот я послушал вчера, решил включить спортивный канал. Сейчас футбол показывает. Не знаю.
Да кому нашим-то, ну, это вообще не интересно. Главное, не я один так считаю, что это скукота дикая. И так по телеку всякое говно показывает. Какие-то фрики там лидируются. Воу. Чуть не проебал поворот. Поворот не проебал, блядь, проебал сзади бампер. Так это же американский, блядь. Да я не знаю, просто это может... Это как за спорт считается хоть как-нибудь? Потому что... Не знаю, потому что это же это шоу чисто американское, как сраный вот этот завод, как называется, Наскар. Наскар это вообще какой-то деграданская поеботина, блядь. Когда машина реально по какому-то овалу ездит туда-сюда, блядь, 50 кругов, блядь. Это очень интересно. У нас какое-то время были вот эти... Чисто наши еще показывали этот рестлинг, блин. Но это долго, конечно, не продлилось. Да сейчас и канала уже такого нет. Но он не существует. Блять. Люблю въебываться во все. Я вот смотрел наш, кстати, рестлинг. Там хоть уже это местами нету, но все же суть-то одна и та же. Привет, как она? Знаешь, какой там у нас класс? Класс А. Угу. Ты серьезно, чувак? Нет. Поехали. Я так не... Конечно, 10 гонок или подряд ебашить. На разных классах машин-то немножко сложновато перестраиваться. Я вот честно не помню, как он назывался. Защита в очки, защита в очки, заебал, блядь. Защита в очки, заебал, блядь. Тоже 16 кэсов. Давай, 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 засчитывай. 22 кэса, охуеть, это новый рекорд для меня. Это было крайне неожиданно.
Вот сегодня, кстати, он что-нибудь планировал стримить? Ну, мы надеемся, что не проебется. И у нее не появятся какие-то дела супер важные. Бац, такие появились. Перед самым стримом, блядь. Там, конечно, иногда бывают смешные моменты у них. Сука, Ладин, блядь. Надо было такое сказать. Класс С. Ты серьезный чувак? Нет, я так не думаю. Дай-ка попробуем на сканлайне. Потому что сейчас, блядь, на этом... На этой бэхе, блядь, тяжеловато ехать. Вот как раз скайнлайн на полный привод. И устойчивость. Сосредоточься на победе. Что это за символы? Это все это фиаско. Да вообще надо отматывать всю игру назад, по сути. Ты понимаешь, что тебе надо лечить уже? У тебя рассинг головного мозга. Мы тебя можем спасти. Сигнал потерян, сигнал потерян. Мы его не вылечим.
Не знаю, лучше бы ты футбол поиграл, реально. Чтобы тебе он нравился. Потому что хоть там хоть что-то интересное может произойти. Реально рестлинг, ну что это такое? Опять ты тут? Сука, остался. Блять, мы только половину прошли. Ты серьезно, чувак? Нет. Давай, засчитывай очки. Засчитывай очки. Хватит умножать мне. Сколько там было очков? Еще 6 уровней. Ачивочка будет. Ачивочки. За 2000 было? А, опять его заглючило. Блять, только не дерево, только не дерево, только не дерево, только не дерево, только не дерево. Вернулся, круто. Ты серьезно, чувак? Я там классы забыл. Я так не думал. Эски. О, даже R3 есть, охренеть. Ты серьезно, чувак? О, молодцы, гол забили. Поймешь, что у них за команда. Ну да, я ж не наркоман, чтобы, блин, понимать какие-то цифры, блин. Случайного порядка. Мейсон, что это за числа? Да там этот матч английской премьер-лиги. Арсенал с кем-то играет. Я вот понять не могу, кто с кем они играют. А, блядь, ты как-то заебал, засчитывай очки. Ой,
Че, бэк, что ли? А, Мерсубиси. Давай, помойка, езжай отсюда. И впечатались, потеряли задний бампер. Чак, ты ненадолго вперед уехал, понял? Да нет, там что-то сокращением си... Ай. Это точно не Манчестер Юнайтед. Ёб твою мать. Нет, не пущу. Иди отсюда. Моё первое место. Скорее всего. Да, не в голубом. Что-то даже не заметил, потому что это был почти конец трассы. Золото мое будет. Но они один гол забили. Ман Сити. Класс. Нет, я так не думаю. Я болею за себя. Ну точнее за судью, он в розовой футболке бегает. Я честно ни за кого не болею. Мне просто интересно посмотреть вообще сам процесс. Они-то умеют играть, в отличие от наших. Наши-то вообще даже в сервер попасть не могут. Поэтому их вообще смотреть не интересно. Да пиздуйте отсюда, помойка. Смотри, он улетел. Попробуем догнать его. Да ёбаный ты пиздец, блядь, заебали, блядь. Еще один тормоз едет, блядь, на ручнике, блин. Так. А чё я за машину-то не могу понять? Лопеза. Исландия. Вообще лучше надо болеть за Армению.
просто все разъебал. Проебал, короче, место с таким успехом. Надо будет сейчас в этом моменте притормозить. Вот так. Вообще надо болеть за Дагестан. Даже у машины колеса выпали, блять. И колеса, эти стекла, блять, из-под колес. Сука. Понимаешь, это смотреть невозможно. Меня и рестлинг, блять. Нихуя себе, они еще один... А, нет, это... Показалось, что они еще один мяч забили. Ты как гладиатор. Ты серьезно, чувак? Нет. Кто с кем там хотя бы дерется, блин? Нет, ну это, по-моему, какая-то мешанина получится, потому что меня смотреть невозможно. Правильно или с чем-то. Ну, кстати, точка охуенная. Этого... Как его зовут? Педро, блядь. О, теперь он уже другой ник имеет. Да, это гремучая смесь, одним словом. Сзади меня. Трасса достаточно сложная. Да, потому что у меня ничего не происходит, поэтому можно не отвлекаться на стрим. Yeah.
Ну что там, еще кто-нибудь его забьет? Тебе пора тут кровать ставить. Так, что мы на чем поедем? Конечно, ламба, пусть хоть покажешься в конках. У тебя прогресс, у меня тут вообще пока не разогревается, не знаю. Уже полчаса прошло от начала матча. Бугатти, корветы. Молодец, СРСКА. Вот это понимаю трасса, блядь. Сейчас разгонимся до 300, блядь. Ну, конечно, я Бугатти не догоню, блядь, он у него быстрее. А может и догоню. Триста шестьдесят километров в час, давай. Как это символично. На 360 коробки, блядь, разогнаться до 360 км в час, блядь. Давай, засчитывай очки. Засчитывай очки, блядь, тормоз ебаный, блядь. Ебанько, давай, тараним его, нахуй. Эх, жалко. Ебаный ты пиздец, все, блядь. Слили, блядь, очки слили, блин. Момент слили, все слили, блин. Тут, блядь, это игра не на скилл, а на удачу, по сути. Это что сейчас, блядь, было? Давай, сейчас разгонимся. Сейчас всякие гондоны не будут ехать в своих, блядь, маломощных машинах, блядь. Гондон. Еще один петух едет с помойки, блядь. Поехали, 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 давай, 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 догоняем его. Ёб твою мать! Сука, настогибали, блядь! Прижмитесь к одной обочине, блядь! Хули вы по центру едете? Уёбок! Он уёбок, блядь! Даже поворотника не включил! И, короче, я получил 0 очков за эту гонку. Мог получить бы в 7 раз больше, блядь, если бы не эти долдоны на своих помойках, блядь. Опять еще один, который не включает поворотник, блин. Вот так, кстати, теперь я знаю, где можно быстренько прокачаться. Да, и пацан, наконец, какая-то помойка начинает светить. И как по-красивому. Шу! Задом. Блядь, там, блядь, 22 кэса, блядь, проебать, блядь. 42 левела можно было поднять. Блять, если эти пидоры бы так не ехали медленно, блять, без поворотников. Хрен на
Дайте хоть кто-нибудь забьется. Класс С. Серьезно, чувак? Нет, я так не думаю. Это, по-моему, это знак, если он целился, то это знак. Это знак. О, еще один левел, и у нас будет ачивка. Блять, на хули ты, пидор, тут едет? Бля. Что вы забыли ты в каньоне? В главном городе их нету, блять. А в каньоне их полным-полно этих дебилов, блять. Оп, давай, ускоряйся. Спасибо. За подписку. Ох ты, это ж Мерс. С Мерсом дела плохи, кстати. Давай, блядь, автохлам, блядь, разогнался. Кесть. По-моему, мы на этой трассе уже когда-то были. Все это объехали. Можно этих все обогнать. Пока на таких склонах. Легко отыграться. А, спасибо за хост. Просто не видно. Я играю через ОБС. И почему-то все вот это не видно. Никаких уведомлений, чего-то такого. Только слышно. Хотя я ставлю приоритет, чтобы все эти уведомления были выше. Блять, сейчас очки проебал. Вот если бы вот не цепанулся за эту помойку. Я бы не потерял бы тот самый микроконтроль. Похуй там на очки, на эти все. Очки-то отобьем. Естественно, какой-то удот должен был ехать на помойке, блин, навстречу. Horizon,
Сколько мы уже едем? 4 минуты, блядь, только даже половину не доехали. Да, конечно, тут я лоханулся по полной. Это моя ошибка. Нет, тут все-таки неисправимый этот момент. Чуточку назад. Да вот здесь. Здесь можно примерно вот сбросить вот тут. Сбросим тут. И даем газ. А что-то, кстати, вчера диски перебирал, мне кажется, есть одна FIFA для PS2. Но мне нравится больше Pro Evolution Soccer. Поэтому мех 3. Ёбак, блядь, как ты заебал ехать по встречке, кусок ты говна ебаного, блядь. Реально? Сколько можно? Едут то, по встречке только в основном идет масса, блядь. Вот еще один едет по встречке. О, ачивка. Пошли в 50. Засчитывай очки, хватит. Восемь кассов, по-моему, не валяется, давай. Ой, естественно, что, блядь. Это, по-моему, самая долгая гонка вообще. За все время, вот за сколько... Времени я вот в это играю уже чуть больше 12 часов. Но это самая долгая гонка. Даже у владельца, бывшего владельца этой консоли, этой ачивки нет. Хотя он прошел полностью игру. Ну как полностью? Всю сюжетку. Это как достаточно странно, потому что... Я еще не полностью прошел, но уже получил эту ачивку. Не пущу.
отматываем. Это нам, конечно, затормозить надо. Это что у нас получается? Финиш будет после дамбы? Или в дамбе? Почти 10-минутная гонка. Пух. Блин, он даже того не стоит. О, машину так, значит, выиграть еще можем, я забыл. Сейчас какое-то дерьмо выпадет, да и все. Нет, Мерседес. Охуенная тачка. Нет, откажусь, я не буду садиться в эти машины. А то как в тот раз мне какое-то говно выпало, блин. Отлично. Выбирай трассу и начнем гонку. Все, все на золото. Ебанули. Все отлично. Надеюсь, теперь в эту зону больше никогда не поедем. Через 400 метров резкий поворот направо. Через 100 метров вы прибудете в пункт назначения. Фиолетовая повязка в первый же год. Невероятно. Ты напоминаешь Дарья Флинта в его дебютный год. Но, надеюсь, вы не очень похожи. На этой машине сюда нельзя. Придется выбрать другую. У меня есть еще одно. Это снова заезд против P-51. Но теперь он полетит очень быстро. И тачка будет намного резвее. Думаете, прошлая гонка была крутой? Вы еще ничего не видели. А они вообще не решили меня заебать своими самолетами. Ага. Ты правда собираешься гонять на этом уровне? Да-да, очень смешно. Пять кругов. Дальше все хуже и хуже, блядь. Количество кругов увеличивается, противники наглые. Ну у нее это, блядь, раллийная машина. Вообще нечестно. Потом же еще отдельный режим проходить. Horizon Rally. Думаю, с ума сойду. Thank you.
Фух. О тебе начали говорить другие гонщики. Так держать. Это примерно, чем мне осталось пройти 6 гонок, блин. 6 гонок? Ну да, 6 гонок, если посчитать. Где раритеты, блядь? Я уже за сегодняшний день 3 часа стримил, блядь, и ни одного раритета нет. Это удивительно. Скорость должна быть почти 160. Ну вы, блядь, издеваетесь, просто на каньоне, блядь, на таких машинах нельзя ездить, блядь. Это в принципе неправильно. Да еще когда эти всякие педики катаются на своих мусорных ведрах, блин, туда-сюда, блядь, без дела. Бля, это я, конечно, опять съехал не туда. Ну все, хватит уже, блядь. Прекрати. Ты долбоёб, блядь, или как, блядь? Едет, едет, блядь. Умело тырнуть. Ротики не включаются. Поэтому мы остановимся, блядь. Мы просто гении. Я не успел по времени. Мало того, что неудачно машину дали, блядь, мне для этого достижения этой цели. Они неудачно выбрали трассу, блядь. И времени мало. Не, ну если, конечно, я не тупанул, блядь. Не въебался в тот. Давай. Везение. Мне просто повезло. Мне просто повезло. Фух. Вот это реально. Повезло так повезло. Что у нас тут? Я делал снимок. Не разъебать машину и сделать снимок. Поезжай на съемочную площадку и сделай клевую фотографию. Не разбей машину. Вот один плюс геймпада, потому что можно плавненько ехать. Зажимаешь не очень сильно кнопку и все. Машина может ехать плавно.
Так у нас, как обычно. Машина получилась? Отлично, ты справился. Очень круто. Нахрен мне сохранять, мне это... Очень неинтересный момент будет. Полтинник. Этот мне, конечно, задание не очень нравится, потому что на время тут и всякие неудачные места бывают. Ну и чего ты ждешь? Покажи. Блять, серьезно? Вы, блять, медаль американского уебища, блять. Вообще, блядь, машина с этого, с пенопласта, блядь, сделана, по сути. Она разваливается, блядь. Не то, что те, блядь, американские куски из железа, блядь. Но это вообще машина какой-то отдельный пиздец такой. Мне еще остался, блядь, 19 тысяч. Время 24 секунды, блин. Я даже половину не выполнил. Я даже до финиша не успею доехать, потому что мало того, что время дает мало, блядь. Убер до хуя требует. Да идите нахуй, блядь. Я на 100% не смогу так выполнить, блядь, игру. Потому что когда такой пиздец начинается, то уже, блядь, руки опускаются, блядь. То, блядь, самолетом, блядь, перегонки. То, блядь, ты попробуй сделать на помойке, блядь. До хрена 1000 очков, блядь. При, блядь, а сколько там, 3 минуты дается? Это я за 3 минуты только доехать смогу, блядь, без накопления всяких очков. И то при том условии, что это будет не американская говномашина. Но я предполагаю, где возможно быть еще несколько скидочных купонов, но пока что доедем.
Только Nissan. Эта машина не подходит. Окей, Nissan так Nissan. Один из шести. Тут почти все на равных, по сути. Боже, это же тот самый безымянный гонщик. Ладно, чем больше неудачников, тем мне лучше. Кто-то там дохуя так же пиздел, блядь, в итоге, блядь, сам машину дал. И вот эта машина в том числе является машиной какого-то бывшего босса, блядь. Это так же, блядь, выебывался, блядь. Сказал, ой, нет, все. Ты хороший водитель, блядь, такой. С пол забирай. Оу. А босса, в принципе, вообще не на передний план ставить, потому что их хрен догонишь. У меня за 350. Это че? Это же доисторическая машина за 350. Просто баян гонок. Как-то случайно у меня получается ездить по этой хуйне. Значит, у нас траектории совпали. Всегда приятно, когда новички побеждают. Вот теперь точно 6 гонок, оказывается. Или сейчас будет 5. Хрен его знает. Блять, да вы серьезно? Еще то одну ебанину проходить. Еще 10 гонок, блядь, проходить, блядь. Ты поебота, блин, когда нахрен будет ненужная машина. Когда моя машина, ты будешь стоять в гараже, потому что я на ней ездить не буду. Внимание, искатели приключений. Я утром видела Али Говарда. По его словам, он ищет свежую кровь. Он так и сказал. Для своих сборищ на парковке в Карсоне. Разумеется, туда можно попасть только по его приглашению. По-моему, ты... Это... Хочешь победить? Модифицируй машину до начала заездов. Блять. А вот и... Сейчас же опять... Ох, да они еще не оказывается меч забили. Сейчас опять же, блядь, они колеса не поставить нормально, потому что машина будет, блядь, опять пробуксовку делать, блядь, на месте, блядь. На ходу, это вообще пиздец, блин. Думаю,
упоминать твое имя уже ни к чему. Ты все равно скоро вылетишь из турнира. Я просто смотрел, вот что-то посмотрел ачивки предыдущего владельца, да. Я не понимаю, у него столько ачивок, но при этом он везде по чуть-чуть поиграл. По сути, только он эту игру проходил. Хоть как-то. Наслаждаешься гонкой, и это очень важно. По 210. Даже я просчитался. Так, мы пока перемещаемся сюда. Выкатываем нашу машину смерти.
У всех там ламбы, форды, блядь. Учти, это гонка для взрослых. Феррари, блядь, а у меня, блядь. У меня мини-купер. Бля, это фиаско. А нет, не я один такой. Мотор такой надрывается, блядь. Стиральная машинка, блядь, с колесами. Блять, вы серьезно, еще одну? Еще не все гонки в Гледстоуне. Поехали туда. Ну что ж, придется покупать. Опять. Одну машину ради одной гонки, блядь. А, класса. А там есть варианты еще. Кто бы на такой не покатался? Это ламба хуйня. Ух ты, они все-таки один гол забили им в ответку.
Если ты, конечно, не на... Если, конечно, ты на Рублевку не поедешь, блядь, там похуй будет. На твою машину. Там, там вроде и похлеще видали машины. Малик? Да ладно, это Малик. Я же его победил, почему он? Ах да, он же не выебывается, потому что мы победили его. Какой-то музон, блядь, говяный попался. Давай, запускай. А звук-то какой машин? Опять какой-то жопи мир эта гонка. Только Бентли, блядь. Мне чё, блядь, каждый... Реально, чё, для каждой гонки покупать по машине, блядь? Одноразовая машина? Да вы чё, серьёзно, что ли? Я ж на них ездить не буду. Не знаю, хоть какую-нибудь аренду бы придумали. Хоть что-нибудь. Ну не покупаешь каждый раз тут по машине. Так, ну, вроде все честно. Какая честь гонять с тобой. Пресса на уши встанет, если я обгоню всеобщего любимчика. Да. Давай ты, сука, сама будешь в конце вместе со мной стоять. Да чё я тут, пич, в конце, блядь, должен вас всех обгонять. А ты овца, блядь, что-то там спереди стоит и пиздит, блядь. Мне даже интересно, какая у нее машина. Которую она отдаст после гонок. Какой же удотский звук у этого Бентли, блядь. Упс, да? Тебя случайно всех обогнал.
Эта фишка абсолютно дебильная, да. Потому что тут половина машин, они даже не нужны. Не, ну просто для, если для разобразия так, ну добавлять. Вот Бентли это вообще, блядь, по сути не гоночная машина, блядь, ну... Взяли, добавили. Этот, как это, Land Rover, блядь, то же самое, блядь. Блять, ни хрена себе, потому что ты один. Арсенал отхватывает по полной. Итак, у нас самый ближний вот этот. Где-то 15 надо быть. 15 знаков, блядь. Вы прибудете в пункт назначения. Вы прибыли в пункт назначения. Только британские машины. Тебе не позволят класс С. Пока не выберешь другую машину. Класс С. Это значит можно попробовать тюнингануть эту тачку. Лучше модифицировать эту машину до начала гонки. Я так бы сейчас бы как снял бы какие-то модификации с этого с Лотуса. Но блять, это такое говно. А лучше уж этот Бентли, блять, чё что? Не зря мы потратили 250 тысяч. Мне уже платят 50 тысяч баксов за то, чтобы я просто расстегнула костюм. Выиграв чемпионат, я буду получать миллион лишь за улыбку. Ну, конечно, Бентли что-то разогнался очень сильно. Колесики не поставили ему, конечно, автоматически, блядь. Ну, машина просто рвет теперь, блядь. Thank you.
Кстати, тем более не полная модификация. А если полностью модифицировать, там уже будет класс S1, если не S2. О, как будет весело, блин. Блин, жалко, я сейчас чат не могу растянуть, посмотреть. Сейчас гоночку завершу и посмотрю картинку. Так, посмотрим, что там нам мастер прислал. Ты отлично выступил. Не давай на себя давить. Что это за картиночка у нас? Это нихуя не видно. Мне кратко пиши, что там, я просто не могу, блядь, понять. Сраный шипчат, блядь, он не может открыть ссылку. Даже, блядь, не знаю сколько. Там гонок еще осталось до хрена, блядь. Ну, как до хрена? Топ. Действительно, лучший маркетинг.
это уже говорил, но песня очень крутая. Это я тоже говорил. Если вы видели скидочные знаки, которые Дак спрятал где-то тут, соберите их, чтобы получить скидку на покупку запчастей. Короче, опять сломал все. Или ни хрена план не видно. Вот так. Это бы у нас классика такая. Да как же ты заебал уже врезаться? Уже проебали, блядь, где-то около 4000 очков, блядь, которые предложительно могли получить. Не помню, там 20 место тоже дают ачивку или как? Или сразу первым рванем? Где, блядь, раритетные машины? Мне еще 2 надо осталось собрать, блядь. Вот, кстати. Еще 14 где-то осталось найти. Ну больше делать, как можно было, чтобы не помечалось? На этой машине сюда нельзя. Придется выбрать другую. Так, нам. Ёб твою мать, сейчас чуть бы геймпад не ранил. Так, нам нужно с классом. F40 нам в помощь.
Интересно, какого хрена лама-то не попала под эту категорию? Это как-то бас игрок такой сейчас очень сложно зашел. Ты начинаешь понимать саму суть гонок. Японские. Эта машина не подходит. Выбери в своем. В этом нужен класс. Класс А. Эта машина не годится. Окей. Бля, окей. Собираешься гонять на этом уровне? Да-да, очень смешно.
слушаете радио Horizon X. Последовательность. Так и становятся чемпионами. Так держать. Осталось три гонки. Почему три? Иногда. Био. Только седаны. На этой машине участвуй. Ой, блядь, сын. Тут-то, ну хотя ладно, прикольно, игра достаточно хорошая, но противники, блядь, с некоторыми заданиями это просто уебищность полная, блядь, начинается. Это сколько часов они там записывали все вот эти диалоги-то по радиостанции? Это же тот самый безымянный гонщик. Ладно, чем больше неудачников, тем мне лучше. Ты это в прошлый раз говорила, блядь, и слила. Ну чё, это догнал. Оп, и всё. Потерял это лидерство. Клуша. Восемь очков, блин. Главная музыка в этой в загрузках, блядь. Ее нет на радиостанциях, блядь. Но она очень прикольная. Да ладно.
Не, уже прочитал там, уже надо новую машину покупать. Левин. Астон Мартин. Ой, блядь. Еще, блядь, покупать машины, блядь. Ну, это, блядь, но... Ну, ладно, Астон Мартин можно купить. Мне не хватает немножко. Реально мне не хватает, чтобы купить Aston Martin One 77. Туда... Там какой класс требуется? S класса. Там где-то неподалеку была это еще одна гоночка. Меня тут, конечно, из колеи это вывело конкретно. Чтоб тачка, блядь, столько, блядь, стоит, какая там S-класс? На этой машине сюда нельзя. Придется выбрать другую. Не, я почему не стану, блядь, ехать сейчас на Бентли, потому что, блядь, колес нет на ней. Нормальных. А вот Skyline, он себя зарекомендовал. Ни в одной гонке, главное. Что он может вытащить. Опять он в своей сралинной машине, блядь. А, это Малик. Thank you.
Долгая гонка. Привет, Денис. Ты прям удачно попал. Я даже не планировал заканчивать. Только люди приходят, когда уже заканчиваю. Как сказать, потихоньку. Тут уже сегодня отстримили 4 часа в этой игре. Сейчас идет второй стрим за сегодня. Уже 2 часа отгоняли. Еще до гонок сегодня было, ну, колду доходить, добегали Black Ops. В общем, получается, сегодня мы стримили 5 часов. Лица-то есть. Фух. Отличный результат. Растешь над собой. Золотых повязок всего 8. И одна из них твоя. Заберешь ее в гоночном центре. Еее, мы этого добились! Вот она. Салем С7. Только ты и я. Да, после того, как я возьму золотую повязку. Полтинник. Поразительно. С золотой повязкой ты вошел в элиту фестиваля. Не расслабляйся, тебя ждет финал.
3500, я думал 5000 будет. Ток, блядь. Хуй так много, блядь. Ну что, блять, овца, погоняемся. Че они там, Макларен? Ну да, Макларен. Вот серьезная заявка. Я вот больше себе с таким съездами как-то. Как это правильно назвать-то? Маршруты вот уебищные. Вот, прорез какие-то, блядь. Повороты там, блин. Нет, не отпущу тебя. Тварь.
У нее там, блядь, на полтинник еще выше, блядь, с красной, ну. Предел, блядь. Не 400, может, с чем-то кинотов в час выдавливать. На своей машине, то я, блядь, только свои 380, 370 давлю только. Мой Макларен. Еее, Макларен! Держи ключи. И знаешь, не болтай об этом, ладно? Ага, конечно, я тут всем расскажу, блядь. Как-то кто-то допизделся. И проебал Макларен. We
Надо найти кого-нибудь погоняться с обычными. Чего особенно, что че делать нельзя? Сам погоняться-то. Скажи, у меня там машина интересная.
фестиваль. Через 400 метров поверните налево. Любите эту музыку? Я обожаю. А еще я обожаю Дэна, нашего репортера-партизана, который сейчас в самой гуще событий на фестивале Horizon. Ты на связи, Дэн? Это снова Дэн с последними новостями фестиваля. Обстановка вокруг золотых заездов накаляется по мере того, как новичок теснит Дарья Флинта, чемпиона последних лет. Он и правда что-то может. Титул Флинта под угрозой? Оставайтесь с нами. Слушайте музыку. Прямо в точку, Дэн. Спасибо. Мы еще услышим его. А пока вернемся к музыке. Может, не знаю, сколько просветов, блин. Реально, где раритеты? Почему они не появляются? Так уже много всего выполнили, блядь, уже. Прогресс тоже не маленький был. Да тут не одна, тут, блядь, целых пять. Так, а вот он, клоун. 15 минут славы. Теперь все взгляды прикованы к настоящей звезде. Ну, ко мне, да. Видимо, мне 25. Слушай, и на ламбо я тоже могу. Чё ты, блядь, тут выпендриваешься?
Отлично.
Не, надо все остановиться. О, что-то немножко подустал за 2,5 часа. Интересно, что там у нас по ачивкам-то? Нихуя себе. Тоже 3000. Десятое место. Спасибо всем, кто смотрел, всем, кто заглянул, всем, кто писал. Всем удачи, пока.